День второй, пасмурно, 8 часов утра, был немного дождь, вот, чувствуем себя нормально, полет проходит в штатном режиме, нам уже выдали задание, что нам надо захватить, сейчас только осталось до туда добраться. Да, все срослось просто как нельзя лучше. Нас повезут. Всем привет, друзья! Вы на канале GeoStacticool. Это Тестос 18, Финляндия, 20 июля, день второй. Погнали! Я пытался сохранить всю хронологию событий, но вырезал по максимуму места, в которых толком ничего не происходило, и видео все равно получилось 32 минуты. И мне опять же придется разочаровать любителей зубодробильных экшенов, потому что это видео никак не о том, как я настрелял кучу народу, а это видео, что происходило во второй день. Проблем! Нас в другую сторону везли. Мы говорим, что took us the wrong place. So, вообще много. We need to go from here. Okay. To this point here. He should have taken us to here. Where are we now? We are here. Okay, so basically, can we go like this? Yes. Go we can go, but there are probably enemies here and here. But they're probably everywhere. Yeah, because this is their respawn base, respawn area, capture point. So they can respawn all the time from here. Okay. That's why we needed to go from the backside of there. Is it a long way? It's a long way. Can he drive us a little bit further? Well, he was supposed to drive us, he took us here. There are landmines in front of us. And we can't avoid them? Let's get some information. Okay, so we don't know how's the situation there. So, Delta 3, you will go in front of us. You will inform of us if you see anything, and we will follow you. It's not a good plan. Я тебе что не говорил там первый день. Иди, иди. Ну хули их сделай. So, we're just following the road, yeah? Yes, follow the road. Do you have a map? Yeah. Okay, just follow the road. I hope so. Ну вот, мы выдвинулись, и нас прям как штрафбат направили идти впереди всех. Ой, дождик усиливается. Идут обсуждения, с какой стороны мы будем заходить. Так, нашли точку. Это то, что нам захватить надо же было, правильно? Или нет? Так, сейчас выясним, что тут происходит. Дед, спину поглядывай, да? Yeah. 30 minutes we need to defend this one. 30 minutes, yeah. Right here. Yeah. We just need to take defense 360 degrees now. Кого? Can you two of you just take a cover there and there and just watch that direction? You taking the right side and Oscar is hitting the left side. Ясно, я тут поближе к дороге возьму и буду сообщать, если какое-то будет движение по дороге. Вот он, Милсим, во всей красе сидишь полчаса, а боя так и нет. Короче, эти думают, что сейчас сюда нападение может быть, поэтому подкрепление прислали. Я только не пойму, что это за группа, то ли Чарли, то ли Кузьма. Может, они где-то так. А вот так вот выглядела сама точка. Надо было нажать кнопочку, соответственно, своей фракции. Она начинала мигать. Включался обратный таймер 30 минут. И по истечении 30 минут она уже горела постоянно и считалась захваченной той или иной фракцией. Точку мы захватили, все в порядке. Выдвигаемся дальше.
Впереди показался вражеский транспорт. Видно, вижу, вижу. Так, мы видели приближающим. The car. Car is moving there. Car on the road, yellow one. Вот это злополучная капелька, которая некоторое время будет нас с вами раздражать. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Ватсон там зацепился с транспортом и был подстрелен. Напряженный тут выдался момент, прям два транспорта остановилось возле меня. И вот первую вражескую машину подбили. Послышался еще один выстрел по машине, но сигнала о том, что она подбита, так и не было. Ситуация была неясна. Вторую подбили машину? Транспортом разобрались. Что, простите? Пизда. Принято, будем с этим что-то делать. They say it's some yellows down there. And maybe opposite side of the road. Пора выходить на свет Божий. Давай, дед, лечи, пробуй. Прямо на дороге за нашими машинами. Вот и наш один транспорт был подбит. Знал, что там впереди в кустах сидит один из соперников, поэтому решил зайти немного сбоку. Ну вот еще один наш транспорт подбили. Так, буду пробовать по этому флангу продавливать. В одиночку.
Hit. И как ни странно, у меня это не получилось. На связи. Вначале капелька, теперь эта фигня свисает перед экраном. Простите, пожалуйста, что так все происходит. Но развязка этой ситуации просто достойна лайка. Смотрим. Just hit the radio on. Попал прямо в антенну. До цели было примерно метров 100, и они еще находились на пригорке, поэтому приходилось довольно-таки брать серьезное вертикальное упреждение. Машина будет двигаться сейчас. А? Назад. Ну вот теперь смотрите, что будет происходить. Это просто нонсенс. Мне камера снимает или сейчас нет? Ну красная не горит, мне кажется, а, что это... не снимает. Ну включено, да? Включено. А сколько минут осталось в батарее? Час 24. А батарея? Ну на последний типа... Ну, где-то вот глядя на меня в упор, тебя никак не смутило, что у меня вот свисает такая мандула перед камерой, и ты вообще просто... Я даже ничего не мог сказать про это. Я не знаю, я в шоке. Вот сейчас пошло, да. Проблема исправлена, а тем временем мы вернулись на точку G. Мы не можем ее оставить без присмотра. Заняем нашу точку G. Наши войска возвращаются. Мы еще ждем атаку на нас. Мы будем принимать удар первым. Точку мы удержали. Дождали смену, возвращаемся на базу. К тому времени мы уже подустали и изрядно проголодались, поэтому хотели как можно быстрее добраться до базы. Отвертывай, по-моему, в глаз, да? Кого подвесит? Doors open here, this and this. You do not open. Open. Well, you know. Exit. I give an order. Yes, sir. Сказал, двери не открывать, только когда он скажет. Ага, хорошо. Вот вам и краткий перевод. Ты то там зацепился, короче, разгрузом. Посмотри. Ты пизда остаешься. А где мы? No safety glasses. Safety is for the pussies, my friend. I don't know what. This right side is our chopper. Let's get in the position there. А в этот лимузин или на базу? Нет, едем мы на базу. Помощь кому-то нужна. Мысли, блядь, не будешь. Ну вот. Our dreams to eat and drink just crushed. Take this side. After that we can go to base. If you need to go service yourself at the base, you could make an aggressive push at the right side. That's what we want to do. So you can get out and go to base. Yeah. Короче, надо зарашить этих. Да, быстренько ехать на базу. Окей, let's make an aggressive push. Pressure push. And then we can go back to base. Yeah.
we can shoot each other. Слушай, пошли. Что, рашанем типа и домой? Убьем и пойдем домой. Давай, пошли, братва, вот так. Сейчас вот, говорит, убьют и пойдете домой, бля. Are you going based or? Вот они, реалии Airsoft. Иди умри, и тогда уже можно идти на обед. Ну, пойдем умирать. Это все зона высокой турбулентности. Вылечи его, дед, это наш. Да. Ну вот, сиди с повязкой. Ну, с нашей стороны, с красной, я имею в виду. Медик нужен? Ну, нужен, нужен, конечно. Медик! Пока тут наши парни воюют, я решил обойти и зайти с фланга. Выходи на дорогу, видишь, да? Я называться у нас копченым вижу. Тут мы, тут. Сюда, дед. Идите еще вперед немножко. Прямо где-то вот один вот тут в кустах. Один где-то вот тут вот в кустах постреливает. Ну не в мою сторону, а туда стрелял. А другой вот там вот за вот в том направлении. Один тут, один тут. А? Не знаю. Сад. Let's go. And just try to push. If we will die, we just anyway will go to the base. Couple. We are waiting mechanized. We are mechanized, so we are waiting. They come here. Are they far away? Last contact was like 20 meters. Mm-hmm. But probably they have fallen back a little bit. Mm-hmm. They haven't pushed, so there is not. I think there is not so many people. Okay. Вперед, в атаку. Давайте с этой стороны пару человек вот уже. Сказал, было несколько людей тут, метров 20. Но они типа вроде как бы оттянулись туда. Но надо пробовать их догонять. 3, 2, 1, пошли, все. Let's go. И вот мы в предвкушении обеда выдвигаемся умирать. Вот и я своего получил. Я хочу отомстить этим кустодрочерам. Ты можешь как бы мне за руку взять, оттащить. Ватсон первый умрет, ты подождешь. Спасибо. Куда изнил? Один прямо где-то вот тут, зараза, он сидит в метрах 5, наверное, 10, ну не 5, но 10-15 метров. Тут я пытался прикрывать деда, пока он ползет к Ватсону, но тут к нам прямо с криптонита пожаловал сам Супермен.
Посмотрите, какая скорость, как ползет и лещет. Просто заглядение. Блин, заебали они нас. Простите за мой французский, но голодный я — это не я, так что не я опять отправился фланговать. И вот я только заметил цель в кустах и пора на обед. Да? Блин. Вот вроде бы за нами таксишка наша приехала. Поедем покушать на базу наконец. Ватсон, копченый дед, грузимся в транспорт, транспорт отъезжает. It's about 5 kilometers to our base. Where are you? Yeah, where? Where else? I don't know. Вот день второй, чилим на базе. Вот кто были долгое время в атаке, нас сменили. А вот, а пока тут, пока еще часик времени есть, перекусили вот. Будем выдвигаться скоро. Я тоже могу. Расскажи ситуацию, пожалуйста. Давай. Что происходит? Что происходит? Ты всем рассказал, да вот. Бля, всем рассказал. Зрителям не рассказал. Всех нет, вот, пожалуйста, поподробнее. Понос, по пунктам. Нормально. А, нормально. Тебя же по первому каналу. Тихо, соберись, давай. Нормально. Ну что нормально? Федеральный канал. Поедем рису. Нет, что происходит на поле боя? Как вообще? На поле боя? Как, что по очкам? Кто ведет? Что вообще происходит? Очко у всех жим-жим. Как по очкам? Придется половину вырезать. Все не по существу. Ты так серьезно, главное, рассказывал? Да, все. Все сразу как обезьяна начался. Давай, соберись. Ладно, тихо. Давай. Так, итак, что? Дед, какая ситуация у нас на поле боя происходит? Что, кто ведет? Кто ведет? Мы ведем. Ведем. Сколько мы ведем? 108.91. Это так, ну, да, Капсон? Ты подтверждаешь минут. Это? Да, было так. Подтвердил. Но когда мы снялись с поля, мы вели еще больше. Просто мы съебались, все сразу просили. Мы уехали, все сразу. Все сразу все просирают. Так, 108.91 на данный момент. Вот, даже подтвержу. А, вот они. Вот наша. Вот, 108.91. Красная команда ведет. Рвем мы. Рвем. О, точка Е, кстати, моргает, она свободная, нам ее надо скоро будет занять, но мы, наверное, не успеем, потому что у нас еще целый час отдыха. Точку G до сих пор удерживают желтые, точку E тоже желтые взяли. Но с утра мы взяли точку G, как бы довольно долго ее массировали, да. И у нас все получалось. Массировали точку G. Массировали. Мы нашли ее. Это было самое. Отмассировали. Самое важное, да. Отмассировали. И как только пришла смена, как только мы снялись, мы даже не успели загрузиться в бус, как этих уже положили, и мы ее просрали. На данный момент точка D наша, точка C наша, точка F наша, точка HH наша. Вот мы передохнули и опять воевать. За нами пролетел условный вертолет. Или вертолет. О, это не за нами, спасибо. А вертолет. А, они бегут от войны. Надо. Это вертолет для дезертиров. We need to move on and just start winning. Oh, it's okay. It really stops. I hope when we're gonna run, the lightning's not gonna hit us. Because you know when when the people run. Might hit him. Yeah. Да, да. Наш вертолет угнали, поэтому мы идем пешочком.
Говорят, примерно 10 километров до точки. И я оттуда нас думал, повезут думал, дальше. Знаешь, куда сейчас отправили? Оттуда ты нас забрали. На их точку. Гром. Надеюсь, не зальет нас сильно. Надежда умирает, конечно, последней, да, что она и сделает. Немножко ближе, чем 10 километров. Но все равно пройти немножко надо. Ну, мы пехота, мы не механизированные войска. С этим ребятам вообще прикольно кататься сегодня. БТР деревянный. Can you see this guy? Впереди послушались какие-то взрывы и стрельба, поэтому мы немножко приостановились. Будет есть волнарный, ветерок поднял. Ветерок хорошо, а че еще не потеют? Потеть не будут, их просто зальет нахрен дождем. Ничего, еще завтра. Да. А, завтра тоже дождь будет. Вот дождь от него пошел. У меня, правда, вот... Started, yeah? Which one, the rain? Yeah. A little bit. Yeah. Lightning is still quite far away. И вот он, дождик начинается. So how do you like the game? Nice. Pretty good. A bit too hot for my liking. Yeah. Yeah, well. Usually it's not that hot. Yeah, but yesterday was super hot. Я оставлю, да? Вот мы вышли и начался дождь. Ну вообще. Tactical umbrella, yeah. Итак, ребят, в этой части уже не будет вообще никакого экшена, а будет один из самых мощнейших ливней, под который я попадал в своей жизни. И да, я понимаю, что, возможно, это далеко не каждому интересно смотреть, и, может быть, надо было это все урезать, но это часть того, что происходило там, это наши чувства, эмоции, я просто не могу это так оставить без внимания. Если уж кому совсем не интересно, то не тратьте свое драгоценное время, а я вас буду ждать на видео с третьего дня, где происходило побольше всяких движений и перестрелок. Ну а это Милсим, детка. Продвижение. Дождь усилился. Это уже не просто дождь, а ливень. Ну что, спецназ не сдается. Я такого дождя давно не видел. Чтобы еще под ним стоять и мокнуть просто так. Потом дома в тепле горячим чайком буду смотреть, вспоминать. Как я, блин, из-за холода мучался. Вот вам и Милсим, всего лишь 2 кило за день. Но тут вся суть не в том, чтобы настрелять как можно больше народу, а суть в том, чтобы выполнять поставленную задачу и быть частью этого большого события.
сауна за 5 евро была, согласен. Есть? Сауна уже поехала. В смысле? Народ уже уехал. Вертушка, видел, там народ попрыгал без задержки? Да. Они поехали в сауну. Нет, ну вообще она есть здесь, да? Есть, есть, да. А, ну я думал, что нам надо будет после этого туда рвануть. Посушить шмотки. Мы уже ночью рванем, когда она закрытая будет. Итак, друзья, день второй подходит к концу. После этого ливня у меня умерла рация и GoPro. Какое чудо произошло на день третий, вы это увидите. Всем спасибо за просмотр. С вами был Гиас. Пока-пока.